Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня мы с вами свяжем вот такой вот круглый мотив и соединим его кто в скатерть, кто в салфетку. В конце концов, даже будет очень красивая какая-то или блузка, или кофта, даже платье. Кому понравилось, пожалуйста, присоединяйтесь. Сейчас мы с вами свяжем. Вязать я буду с пряжи в 100 граммах 550 метров и крючок 1,3. Начну я вязать со скользящей петли. То есть мы с вами вот таким вот образом закрутили, да, закрепили, зашли в это колечко и закрепили. Вот у нас с вами есть вот такая вот петелька. За ниточку, которую мы подтягиваем, видите, у нас наше колечко уменьшается. Вы же можете сделать обычные столбики. И вязать мы с вами будем сюда с вами вот 6 лепестков вот такого вот цветка. Значит, каждый лепесток состоит из 3 столбиков с 2 накидами. Первый мы вяжем с вами 4 петли, 2 накида и в колечко я вяжу. Один не довязала, на второй раз не довязала, и провязала и оставила на крючке недовязанный столбик с 2 накидами. 2 накида, провязала один раз, провязала второй раз. И вот у нас с вами 3 петли, которые провязали все вместе. 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. 2 накида. И опять-таки мы с вами вяжем недовязанные столбики с 2 накидами. 1, вот это второй у нас. И третий. Не довязали, соединили один раз, соединили второй раз, 4 петли, 1, 2, 3, 4. И так мы с вами продолжаем, подтягивая нашу петельку, мы должны сделать с вами 6 таких вот наборов. 1, 2, 3, 4, 5, 6 у меня лепестков есть, 4 воздушных петли. Я за вот ниточку, которая у меня осталась от колечка, я в нее подтягиваю, уменьшаю наши колечко и в вершинку или в первую петлю я провязываю соединительный столбик. И мы с вами можем подтянуть. Конечно, эту нитку потом нужно будет спрятать, обрезать ее нельзя, иначе все распустится, взять иголочку и все затянуть. Или же, как я уже сказала, рассчитайте для себя, допустим, если у нас 6, то значит 3-4 воздушных петли, которые мы можем соединить в колечко и провязать наши лепестки цветка. Теперь смотрите, я перехожу столбиком без накида в первую арку, вяжу 3 петли подъема и еще 7 столбиков с одним накидом. То есть в каждую нашу арку мы будем вязать по 8 столбиков с одним накидом. Это у нас, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Я сказала 8. 8 петля. Давайте проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накиды переходим в следующую арку. То есть в каждой арке по 8 столбиков с одним накидом. Итак, мы с вами провязали в каждой арке по 8 столбиков с одним накидом. И теперь в третью петлю подъема я соединяю соединительным столбика. Вот у нас с вами готов такой интересный ряд. Теперь 3 петли подъем, 1, 2, 3 и еще 3 петли, 1, 2, 3, накид, через один столбик, через один пропускаем, следующий мы с вами вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3, накид, пропускаем один столбик, следующий столбик с одним накидом, 3 воздушных петли, через один столбик. И так мы с вами вяжем все по кругу. Обошли мы с вами весь ряд. Вот у нас уже, даже глядя на такой, у нас получается очень даже, смотрите, симпатичный элемент круглый. Последние 3 петли
и в третью петлю пойдем 1, 2, 3, мы с вами закрываем этот ряд. Далее я столбиком без накида перехожу в нашу арку и вяжу 1, 2, 3 накид и еще 3 столбика. Один столбик, второй и третий. 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Одно окошко пропускаем и в следующее я вяжу столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Накид. Одно окошко пропускаем. В следующем мы опять с вами вяжем 4 столбика с одним накидом. Так мы с вами будем чередовать. Столбики с одним накидом и вот такие арочки, которые закрепляемся столбиком без накида через одну арку на предыдущем ряду. Обошли весь ряд. Последние 4 воздушных петли и мы замыкаемся соединительным столбиком. Далее, вот у нас с вами 4 столбика. Мы из этих 4 должны сделать 6. 1, 2, 3 накид. И мы в этот же столбик делаем еще один столбик. Третий столбик. Четвертый столбик. И в последний мы можем сделать с вами 2 столбика. 5 и 6. То есть мы с вами увеличили количество столбиков в каждом из этих наборов. 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик без накида мы вяжем еще один столбик. Мотив очень простой, но смотрится, как вы видите, да, очень интересно. А в полотне он будет вообще шикарно. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И опять из 4 мы с вами делаем 6. В какой последовательности вы можете в этом сделать 1? В средних, по центральных сделать по 2. То есть выбирать или же между столбиками сделать по 2. Ну, то есть наша задача из 4 сделать 6. И так по кругу. Завершили с вами еще один ряд. И закрылись соединительной петлей. Теперь у нас здесь с вами, видите, 6 столбиков. Мы из этих 6 должны сделать 8. 1, 2, 3, накид. Столбик. Это 2, 3, 4, 5. 6, и вот последние 7 и 8. 8 столбиков есть. Теперь 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И мы с вами соединяемся столбиком без накида. Вот в этом последнем ряду мы с вами можем уже и соединяться. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И накид. И в первый столбик. Так мы можем провязывать и готовим первый ряд полностью провязывая. А если мы соединяемся, как вы видите, вот у нас идет с вами и соединение. То есть соединяться мы с вами должны вот как бы между нашими вот этими лепестками. Получается, вот у нас лежит готовый элемент, и вот у нас начало, как бы, вот у нас начало. То есть мы можем сейчас, в данном случае, мы закончили с вами 8 столбик. Я захожу в 8 столбик ответного мотива, да, и прошла. Теперь моя задача 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида. Вот у нас с вами произошло первое соединение. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Мы с вами переходим вот в этот набор и вяжем с вами первый столбик. Связали. И теперь, видите,
мы должны с вами соединиться вот здесь. И соединились. То есть, если у нас два мотива, мы их уже соединили. Далее мы просто довязываем. К примеру, если нам больше не нужно соединяться, довязываем наши 8 столбиков. Но у нас с вами уже 3 мотива. Поэтому нам важно еще посмотреть, как будет соединяться и между собой 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Последний, вот мы сделаем 2 столбика. 7 и 8. Да? 7-8. Давайте смотреть. Видите, вот мы можем с вами сейчас вот в этом месте соединиться. По центру у нас станет вот такой вот треугольничек. Поэтому я захожу сюда, затягиваю свою рабочую нить и вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6. И заходим вот сюда. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид, столбик. Смотрим, что у нас получается. Вот, смотрите, у нас явно напрашивается соединение вот в этом месте. Да? Мы с вами протянули нашу рабочую петлю и продолжаем вязать наш элемент. Если у нас идет следующий элемент, значит, мы его точно так же с вами, смотрите, можем соединять и дальше. Итак, я закончила соединение. Как вы видите, что у нас с вами получается, да? С простого, с очень простого элемента мы получаем с вами симпатичную, можно сказать, даже достаточно красивую вещь. Так, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте хочу с вами попрощаться. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А вам творческих успехов и до скорых встреч!